Как получить монеты FIFA 16 для ПК, PlayStation и Xbox, не потратив и 100 рублей? Вы выбираете любимый предмет и занимаете свободные места. Чем больше вы заняли мест, тем больше ваш шанс на победу. Далее с помощью сайта Random.org выбирается победитель. Terraplay.ru. Специально для моих подписчиков промокод Денчик Фломастеров на скидку 20%. Промокод и ссылка на сайт в описании. Всем футбол, дорогие друзья, с вами Денчик Фломастеров, и сегодня мы с вами открываем промо-паки по 35 тысяч монет. Ребята, eSports нам предоставляет просто последний шанс выловить текущую команду недели. Текущая команда недели, вы знаете, мое сердце принадлежит одному игроку, это конечно же, Луис Суарес, но также здесь есть Агуэра, здесь также есть Бензема, Руни, Антуан Гризман и Пауло Дибало в резерве. И, конечно, бы очень хотелось поймать хоть кого-то из этой команды недели. Тотти закончились, там нам не повезло, но сразу же следует хорошая команда недели, в которой мы можем кого-то поймать. И, ребята, промо-паки за 35 тысяч монет. Прямо сейчас будем открывать их за монетки. Спасибо большое Лёше Алалаеву за, собственно, предоставленные монеты на этот пак опенинг. И первый пак за 35 тысяч монет, пожалуйста. Субасич. Пак опенинг обещает быть веселым. Реально очень веселым. Но здесь самое лучшее, что было, это физформа и Хантер. Ну как так можно в паке за 35 тысяч монет? Второй пак за 35 тысяч монет. И, пожалуйста, компания EA Sports. Дайте мне хорошего, годного игрока. Ну, я вас прошу, серьезно. Ну, не будьте вы такими вредными. Боже мой. Тюран. 83 рейтинг, и это Тюран. А ведь с 83 рейтинга могли бы выпустить игроки и получше. Просто понимаете, только что я слил в трубу 70 тысяч монет, а пока что мне никто не выпал. Стоит ли продолжать вообще открывать эти паки? Ладно, монетки есть. Конечно, я бы лучше их, наверное, на состав отправил, но... Третий пак, ребята, третий пак, и в нем нам сейчас выпадет очередной бомж, наверное, скорее всего. Это даже не Отаменди! О боже! Центральный защитник, аргентинец. И это, конечно же, Гарай. Самый, по-моему, квиксельный, хоть и имеет рейтинг 83. Четвертый пак за 35 тысяч монет. И eSports, ну пожалуйста! Ну миленький! Ну родники! Месси! Это Месси! Это Месси! Это Месси! Это Месси! Это Месси! И во-первых, да ну нахрен, вот это пока, пока это Ютонский, да ну ладно, Месси, Месси, ну наконец-то, на, Месси выпал, сука, да, охренеть, это Месси, мать его Месси, Лионель Месси, 94 рейтинг, 94 рейтинг. Да ну нахрен! Да я игру прошел! Я просто и подумать не мог, чуваки, что может выпасть Месси. Я просто даже подумать не мог. Я когда начал открывать, надумал, окей, ну потащим какого-нибудь информа, но чтобы выпал Месси, это просто нонсенс. Вот, и мне даже плевать, что в последнем паке одни бомжи выпали, это вообще не важно, ребята. Это Месси, пак опенинг пройден, игра пройдена практически. Это самый высокорейтинговый игрок среди золотых. Ребят, так что давайте дружно влепим лайк, давайте дружно подпишемся на канал. С вами был Денчик Фломастеров, впереди большой привет. Вот, ну а я буду, собственно, скоро, думаю, записывать выпуск с этим Месси. Ребят, если вы хотите свою информ-карточку, рарную золотую карточку, карточку легенды, карточку героя, карточку игрока матча, либо же карточку игрока года, то вы можете обратиться к Денчику Карточкину. Ну, это я, короче, просто на другой странице. Причем есть два размера карточек. А3 — это маленькая карточка, и А2 — это карточка полноценная, большая. Ну а также, ребят, вы можете выиграть одну такую вот карточку абсолютно бесплатно. Для этого вам нужно быть подписанным на мой канал и сделать репост этого видео из группы ВКонтакте. И примерно 3-4 числа в одном из видео мы определим победителя. Так что, ребята, всем футбол и пускай вам повезет!
Ну что ж, друзья, время больших приветов. И первый большой привет идет Максиму Дуденкову. Большой привет, Алишер Масимов. Большой привет, Никита Никитенко. Большой привет, Артем Петров. Большой привет, Виталик Сироткин. И большой привет, Владимир Майский. Ребят, если вы тоже хотите получить большой привет, то все, что вам нужно сделать, это поставить лайк под этим видео на YouTube и поставить лайк под этим видео в группе ВКонтакте. И тогда, возможно, именно вы получите большой привет в следующем ролике. Ну а на сегодня, ребят, у нас все. Спасибо еще раз всем, кто посмотрел этот ролик. Не забывайте ставить лайки, не забывайте подписываться на канал. С вами был Денчик Фломастеров. И как всегда, ребята, всем футбол. И пускай вам повезет. Всем пока.